Уже в эти выходные в столице Кубани в пятый раз пройдет выставка-ярмарка «Агротур-2019». Ярмарка «Агротур» состоится 19 мая у здания Краевого парламента. Посетители выставки ждут презентации объектов сельского туризма, дегустации блюд национальной кухни, продукции кубанских фермеров. На сцене выступят профессиональные самодеятельные творческие коллективы. Будет работать ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел. Для детей готовят интерактивно-познавательные программы, мастер-классы по гончарному искусству, изготовлению сувениров. Приглашаем всех желающих принять участие в ярмарке.